Воскресенье, 18 февраля, за 10 дней до наступления календарной весны, народ собрался на площади. И не случайно. Дело в том, что 18 февраля – Масленица. Время встречать весну и провожать зиму. По крайней мере, так считают все славучане, а также культработники нашего города. Людей собралось много, развлечения традиционные. Давайте пройдем и посмотрим, что было интересного. Когда я уйду? Да, когда вы уйдете? Ну, не бывать этому. Вы знаете, я знаю, що, я думаю, що мене так гарно сьогодні проводжає, що прийдеться все-таки мої права вже скласти. Тому всіх славучан зі святом, святом Колодія, і я думаю, що зустрінемося у наступному році, вірніше, в цьому році через 9 місяців. А ще ми дуже довго іскали блини. Було все: шашлики, сковородки, картошка. А нашли их только за столиком у славучан. Так, а блинчики вы покупали здесь или с собой? Сами делали. Да, знаете, конечно, конечно, традиции. Обязательно. Тем более вкусные, пожалуйста. Мы сейчас с оператором одну на двоих давайте. Сидим, давайте. Так. Опа. С икорочкой, тем более, у меня оператор любит икорочку. Вот. Приятного, смачного. Дякую. Вот видите, блины нашли, но опять же, блины производства славучан. Надеюсь, вкусные. Да, вот нашли. С красной игрой. Вы не поверите. Сразу вспомнил один фильм. Обалденный. Сейчас оператору дам. На. Желаем всего хорошего, хорошего настроения, позитивного. И пускай все прощают друг друга. О. И пускай все любят друг друга. Я только что узнал, что вы невеста, однако. Это прямой эфир, нет? Да, прямой. Простите меня, Александр Алексеевич. Блин, ну слава богу, не стану женихом. И меня прости, что я отказал тебе и не стану женихом. А вже скоро в нас весна, наче квітка чарівна, вже недовго до тепла, до Петра і до Павла. Подробнее о Масленице смотрите на следующей неделе в новостях Славутича. И еще приятно вам сообщить, что на Масленицу украинцам наши олимпийцы сделали подарок. Золотая олимпийская медаль завоевана сегодня в фристайле украинцем Александром Абраменко. Браво! С Масленицы! И спасибо, Александр, за подарок. А еще на Масленицу закончился в городе турнир по мини-футболу среди юношей 2008 и младшего возраста, памяти героев Чернобыля и воинов и интернационалистов. 16 команд приехало к нам в гости. В финале встретились «Арсенал-1» Киев и команда КДЮ США из Славутича. Матч прошел в упорной борьбе и, к сожалению, победил «Арсенал» из Киева. Подробнее об этом футбольном турнире смотрите в новостях Славутича в среду.